Добрый день всем! Меня зовут Радика. Я хочу сегодня с вами поделиться таким сюрпризом жизни. Но можно сказать даже экспериментом. Конечно, я его специально не провела, но так получилось. Я поставила в баночку букетик цветов роз карликовых, которые они у меня живут на улице, зимуют. Просто я поставила их, чтобы они радовали глаз. Но в один день я увидела, что они дали у меня корешки. Для меня это было сюрпризом, шоком. Я была шокирована, не знаю. И не думала, что такое может быть, потому что я делала разные эксперименты, старалась и не смогла добиться такого результата. Они сами по себе вот дали корешки. Вода, честно говоря, была очень-очень зеленая. Я сейчас ее поменяла, просто было стыдно, страшно на нее смотреть. Но вот на банке еще осталось. Мне кажется, что им даже нравилось, что они были в такой среде, потому что там разные бактерии для жизни, может быть, для корешков. Я решила сегодня их посадить, потому что мне жалко их оставлять, умирать. Они стараются изо всех сил жить. Я постараюсь сегодня их просто поставить в горшочки и полить. Поставлю их все вместе. Думаю, что они не будут ссориться. Если они там в баночке не ссорились, то тут точно не будут ссориться. Честно говоря, я и вправду в шоке. Смотрите, какие корешки. Я в шоке. Я постараюсь их так посадить. Потом я буду их пересаживать, конечно. Если я увижу, что они будут себя хорошо чувствовать, я их обязательно пересажу. Смотрите. Я, честно говоря, в шоке. У меня никогда не получались эксперименты, которые я делала со своими розами. Потому что, и вправду, я старалась и зимой их выращивать, и из букетиков. Но вот эти как-то сами по себе получились. Вот. Колюс такой крупненький, такие прямо в шоке. И все веточки, которые я тогда поставила в баночку, они все принялись, то есть дали колюс. Вот я не то что в шоке, от радости, наверное, такой шок интересный. Я их, конечно, посажу. Грунт у меня есть и тут и покупной, и огородный. Просто я не знаю, как потом дальше получится из-за того, что нужно будет их в дом завести. Потому что мне жалко будет. Они, бедненькие, такие маленькие, еще такие невзрачные. Я их возьму. Они будут у меня жить дома. Возьму их в дом. И они у меня вырастут. Посмотрим, что будет. Смотрите. Какой обалденный колюс. Я в шоке. Смотрите, у меня даже веточка тут поломалась. Вот она. Поломанная. Она так живет. Она себе так и растет. Вот. Все веточки. Ни одна не умерла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но одна веточка у меня из два. То есть веточка из двух. И вот я их полью водичкой. Я в водичку положила одну таблеточку активированного угля. Ну, так, что было на всякий случай. Пусть будет. И вот мой непростой эксперимент. Это мне вообще-то не я сделала эксперимент, а жизнь сделала мне такой эксперимент сама. Они сами по себе выросли. Я за ними вообще не ухаживала. Честно, вообще они сами по себе стояли в этой баночке и росли на улице, не в доме. Вот мой эксперимент, вот мой сюрприз жизни. И я, конечно, когда увижу, что они будут расти, я постригу, то есть веточку
снизу, потому что они слишком длинные, слишком. Оставлю там 2-3 почки. Вот вам и жизнь. Она сама растет, сама идет по течению, даже без наших стараний, нашего вмешательства. Я вам буду показывать дальше мой эксперимент, если что-то из него получится. Благодарю вас за внимание. Доброго дня всем и удачи во всем!